Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы с вами продолжим изучать буквы. И следующая буква, которую мы будем с вами изучать, это харф за, или еще как ее называют, зай. Звук, который передает эта буква, это звук з. Соответственно, у нас есть три гласовки. Это фатха, сверху палочка наклонная, это будет за. Снизу зи, и сверху в виде маленькой запятой, то есть дома передает звук у, и это будет зу. За, зи, зу. Как она пишется, мы видим перед вами, так же, как и предыдущая буква, которую мы изучали, как буква ра, только отличается наличием маленькой точки сверху, да, которая пишется сразу над вот окончанием верхней части. Во всех моментах остальных она полностью совпадает с буквой «ра». Некоторые буквы, как мы видим в арабском алфавите, отличаются только наличием или отсутствием точек или количеством точек. Теперь мы можем прочитать с вами те примеры, которые здесь даны в учебнике, и разобрать их. Еще раз посмотрим сюда. За, зи, зу. Да, напоминаю, что это короткие звуки, короткие гласные. Соответственно, мы их не тянем, мы говорим коротко. За, зи, зу. И если у нас есть сукун, то есть отсутствие какого-либо знака, значит, это будет просто з. Аз. Да, то есть напоминаю, что или говорю вам о том, что эта буква, она не должна быть очень резкой. Мы ее немножко должны как бы придержать. Не азы, да, то есть это будет ошибка. Надо немножко придержать. Аз, аз, да, то есть слышим такой специфический звук этой буквы. Далее. Из, из, аз, из. То же самое, мы видим хамза с кассой снизу и зай. Уз, уз, зер, 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 да, харф ра, зай отличается только наличием точек. Зир, зир. Напоминаю, что харф ра, если она сама приходит с кассой или она с сукуном, как здесь мы видим, и передняя касса, то в этих случаях, ну, это два из тех случаев, когда ра может быть мягкой. Ра – одна из тех букв, которая может быть как мягкой, так и твердой. В этом случае она мягкая. Зир, да, мы не говорим зир, а зир, то есть мягко. Зур – здесь уже она твердая. Азру, азру. Напоминаю, что зай, когда мы делаем ее с уконом, ее не следует читать быстро. Азру, да, это будет ошибка. Азру, изру. То есть мы ее придерживаем немножко. Узру. В этих всех случаях ра твердая. Урзу. Здесь уже ра, она на сукуне, и ра, она тоже не быстро, не надо говорить урызу, урызу, да, то есть резко не отталкиваемся, но она немного будет, ну, не такая прям сильно выраженная по длине, как зай. Урызу. Итак, эти примеры вам нужно прочитать, прописать и хорошо отработать. Особенно, когда они идут в сочетании с сукуном, с огласовкой, чтобы не тянуть, чтобы не читать быстро и отработать чтение. Еще раз прочитаю, чтобы у вас был пример. Аз, из, уз, зар, зир, зур, азру, изру, узру, урзу. Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.